Итак, дорогие друзья, в общем, это дорога в Несебр, старый город. В общем, получается, он у вас сейчас в кадре, вы его видите. Сейчас мы направляемся в эту сторону. А хотел сказать, просто вот сейчас идут три парня, и вот, в общем, по центру идет парень, это так, как видит меня моя мама. А с левой стороны так, как выгляжу я. Вот этот парень с левой стороны, это я, короче. Ладно, это не об этом. В общем, картинка красивейшая. Сюда мы приехали первый раз, и одной из наших задач было, чтобы мы сюда попали. И мы сюда попали. Это недалеко, кстати. Мы абсолютно адекватно прошли пешком порядка 5-6 километров, и мы на месте. Это можно сделать и на общественном транспорте, можно и на машине, и на велосипеде. Это вообще не проблема. С правой стороны мы видим классную марину. Тишина. Красота. Ну а с левой стороны вы увидите побережье, Святый Влас, Солнечный берег и бла-бла-бла-бла. Все, в общем, это курорт наш. Вот мы находимся, должны там, вот наш отель где-то вот там находится. Одна из достопримечательностей Несебра, получается, при входе, ну, в старый город, мы сейчас идем в старый город, это мельница. Вот она стоит с левой стороны, вы видите, деревянная мельница. Видим, да? Да, вот я тоже вижу. Видим. Видим, это одна из основных достопримечательностей, что здесь можно посмотреть. Сейчас мы подойдем ближе и покажем вам, как это выглядит поближе. В общем, здесь, конечно, тоже, как и общественный транспорт, здесь ходит паровозик. Вот он, наша мельница. Уже около 3000 лет, правильно говорю? 3000? Я не читал. Да, старый город имеется. Это мост, который единственный соединяющий континент, делающий полуостров. Старый город Несебр. Наша мельница. Это сколько лет? Миллиард, да? Учитывая цвет дерева, и точно миллиард. И на работе. Обожаю туризм. А вот наша мельница снизу. Итак, это избушка, избушка. А повернись к лесу передом, а ко мне задом. И немного наклонись. Ты уже не пошли. Это в анекдоте. Направляйтесь на запад. Короче, эта мельница нифига не работает. Нас обманули. Ладно, мы продолжаем двигаться дальше. Еще один замечательный, потрясающий вид. Уже немного вперед за мельницей, как вы видите. И обалденные виды курорта Солнечный берег. Очень красиво. Жаль, камера не передает этого ощущения. И сам старый город, и Несебр. Чаечки летают. И 3000 лет война. Война без особых причин. Короче, о чем это я? К тому, что городу уже 3000 лет. И вот он, старый город, старая крепость. Конечно же, она разрушена, ведь 3000 лет не каждый город крепость выдержит, правильно? Я так типа не уверена. Ведь у нас очень много исторических объектов, которые выдержали больше, чем 3000 лет. Но это, к сожалению, нет. Разрушенная крепость. Как видно. Ну а дальше туризм, туризм, туризм. Ну пойдем посмотрим. О боже, полигональная кладка. Боже мой. Давайте посмотрим поближе. Боже мой, тут тоже полигональная кладка. Так не бывает. Как в Египте. О боже мой, даже 100 долларов не просунешь. О, потрясающе. Точно строили анунаки. Ну ладно, это шутка. Арки из кирпича почему-то. Видимо, реставрацию делали. Ну да ладно.
Это у нас импровизированная арка. Здесь наверняка должна была быть арка, но ее здесь нет, как вы видите. Мы видим как будто бы ворота. Это вход в старый город. С правой стороны. О, боже мой, опять полигональная кладка. Короче, я троллю вот этих, которые там, значит, приверженцы альтернативной истории и прочего. Вот, да, вот. Я же показывал, насколько. Даже 100 долларов не брал. Это я это видел видео, где рассказывали про то, что это строили инопланетяне, там какие-то цивилизации непонятные. Да нет, строили обычные люди. Ну, этот город точно. Ага, перестраивали, перекладывали он. Несколько десятков раз. А, кстати, гляньте, вот, обратите внимание, камень получается, вот, видите, один литой. Как так? Это же невозможно, ведь технологий же не было, которые могли дать. Ну, короче, ладно, это шутки. Вот, боже, из коралла сделаны камни, как сюда встроили, боже мой, боже, что же делать? Ну, короче, ладно, это шутка. Не слушайте меня, в общем, меня бомбит, когда слышу это. Так, это направляйтесь на запад. Это музей. Нет, здесь уже очень классно. Ощущение такое, что мы попадаем реально в средневековье, да? Кстати, это реально обалденно. Сейчас там было просто очень шумно, а сюда мы зашли и вообще шума нет. Машин нет. И машин нет. И тишина. Одни чайки. Это баклан, чайки могу понять. Ну, чайки вроде так орут. Ну а здесь традиционно кафешки, обувки, блекло. Обменники, все как обычно. Ресторан. Где же еще, если не в старом городе, все это организовать? А вот сами ворота. И вход в старый город. Виды, конечно, ребята, потрясающие. Однозначно да. Приезжайте. Болгария стоит того. Особенно это место. Солнечный берег и Несебр это лучшие места, мне кажется, на сегодняшний день для меня, по крайней мере. И вот он, старый город, улочка променадная, в центре ее кафешка, маленькие домики, двухэтажные, больше похожи на греческий архитектурный стиль, но все равно ощущение от того, что ты находишься в Греции, у меня нет. Ну, так мне показалось в первую очередь, что типа как будто бы в Греции. Но нет, я ошибся. Потому что вот чуть выше можно увидеть. Но не знаю, что это за стиль. Как по мне, так классно. А вам нравится? Ну, необычно. Да, кстати, на этом, ну, скажем, ну, цены нравятся. Назовем это полуостров, да? То есть Несебр есть континентальный, есть Несебр островной, назовем это так. То есть вот здесь я сегодня читала, что не разрешали строить здания выше, чем два этажа. Так никогда не разрешат, то что территория небольшая. Здесь очень много церквей, хотя мы еще ни одной не видели. Сейчас мы найдем. Порядка 40 церквей есть на этом. Вот мороженое просит. Полуострове, да, вот тут повсюду. Хотите мороженое, пожалуйста, один лир стоит мороженое. Хотите вино, пожалуйста, романтика тут для вас. Красота. Повсюду. Цены везде. Очень адекватные, да. Здесь смело можно прийти сюда и не париться, в смысле сесть в кафешке в центре и знать, сколько это стоит, знать, скажем так, рассчитывать. Спасибо, спасибо большое. И вы здесь, когда будете гулять, ну, если бы это с нашими ценами сравнивать, то можно, короче, влететь в такую сущую, ну, много заплатить за это, много. А здесь вы можете рассчитывать на скромный бюджет, и в центре города вы сядете, покушаете и не будете платить. Ну, пицца, например, 3 лева. Ну, это немного. Какие штучки интересные. 3 лева, это получается грамм 200, да, кусочек пиццы. Ну, да, но это, ну, на чуть-чуть дороже, чем... Ну, чуть дороже, там, 2,5 стоит. Да, ну, 2-2,5. Здесь 3. Но большая ли разница? Ну, это старый город, это как бы... Это центрее центра. Центрее центра, да. Но надо понимать, когда это центральная часть, то, естественно, вот какая здесь красота. Дороже. Вот тебе первая церквушка. Церквушка? Ну, должна быть. Блин, потрясающе. Вот они, красавцы. Чайки, да, не везде здесь. Кушают. И никого не боятся. Это как кошки, собаки здесь. Еще разговаривать.